Desert Eagle 10 рублей в день. Ёмки, как сука. А, еще надо пак открыть. Конечно, комплект открыть. Пожалуйста, мне 5 легендарок. Так, что тут у нас? Новая арена, ой, новая потасовка на этой неделе. Вы руководите осадой Штормграда. Запас здоровья города оставляет 1 единицу в начале осады. И растет по мере того, как вы наносите удары. Сколько урона вы сможете нанести этому неприступному городу? Я вот, как видите, еще ничего не делал. То есть, только вот сегодня в первый раз открыл вот потасовку. Да, сегодня только запустил, первый раз, я имею в виду, за сегодня запустил игру. Создать колоду. То есть это как арена, да, я даже перепутал с ареной. Я думаю, что что-то в последнее время за разбойника играю. А-а-а, постойте, арену составить из всех карт, что у меня есть? Я просто суть не пойму вот потасовки, ну. Давайте так. А, у меня золотая есть. Так. Так, да, ликвидация нужна. Я не совсем... Блин, я что-то не совсем понял. Ну пусть, короче, наберу, а там будет, что будет, сержант. Так, лепрогно... Нет. Так, камни-клык нахуй не нужен. Вот, лучше лепрогномов побольше набрать. Так, кривая маны, самое главное. Воин в синежабрах, провокация. Так, жонглёр кинжалами неплохо тоже по единичке урона наносить. Так. Угу. Короче, на свой страх и риск набираю, понятия не имею, в чем там смысл. Так. Угу. Хилку взять. Хилку нет, хилки я не беру. А, ее можно будет удалить, потом колоду изменить, я так понимаю, если что. Ладно, так, таунтов возьмем. Нерубского пророка тоже можно. Что-нибудь потяжелее надо. Вот шучатый кошмар можно взять и что-нибудь. Потяжелее. Скрытного убийцу и Изеру, Изеру. Как-то так. А, ее можно редактировать, если что. Ну тогда похер, давайте. Я так понимаю, это против бота будет. То есть не против людей, а против бота. Штурм Штормграда. Штурм Штормграда. Не совсем пойму, в чем смысл. Вот, я на паузу поставил, пока поиск шел. Видите, Штормград. Это она Штормграду говорит. Ух ты, у меня, ну неплохо, кстати. Пусть, я прям оставлю даже. А ну. Чё тут у нас? Дайте прочитать. Оружейная. Атака постепенно увеличивается. Казармы. Призывает на поле боя случайного солдата Штормграда. Вот так вот сразу. Сразу на полную. Ой, бля, это же так... А, ну ладно, похуй. Ага. И он будет случайно. То есть он может призвать за 10 маны, да? Познай мой гнев. Так, и рывок. Тут... Судя по описанию, тут нельзя выиграть. То есть это, смотря сколько тут на рекорд, как бы, сколько я успею надамажить, да? Чё-то я вот не совсем пойму. Нихуя, у него еще и маскировка, нихера себе. Неплохо, неплохо пацан играет еще и маскировку. Да, я так понимаю, что тут победить нельзя, то есть тут... Просто сколько ты продержишься, игра идет. Кстати, на аватарке тут вход в Штормград. Видите? Я помню это место, я же в World of Warcraft тоже играю.
Но ошеломление пока рано юзать. Да, пока я не совсем понял, в чем тут суть. Да. Да уж, тут особо долго не продержишься. Ошеломление, что ли? Ну да, тут ошеломление уже юзать надо. Так. Давай начнем. Вот так вот это уберем. Тотем. Да, тут долго не продержишься. Пиздец, 5-5-6-6, я ебалово. Да, тут, блин, тут ликвидации не напасешься. Ну пусть первый, блин, комом. Пусть пока. Да, первый, блин, комом, пусть пока так будет. Интересно, я хотя бы до 30 успею довести его хп. Не, навряд ли до 30. Пиздец. Не, ну я могу, конечно, ликвидацию и прав... Ну, окей. Ликвидацию, провокацию, окей. Ладно, тупо в лицо буду. Просто для первого раза посмотрю, чё да как. Пиздец. Постойте, а как мне награду будут давать за первую победу, если тут выиграть нельзя? Я не совсем понимаю. А, видите, тут получается как. Ну да, тут, то есть тут проиграть нельзя. Урон 20. А, ты тут по-любому выигрываешь. Все, понял, понял, в чем суть, понял. Ну да, необычно, необычно. Вот, да, у меня тут дейлики. Хоть где-то у меня 100% винрейт будет. Так, короче, я сделал небольшое изменение. Вот, небольшое изменение. Поставил кислотных слизняков, чтобы оружие ломать. Вот. Надо что-то подешевле. Поменяем. Ну, хреново. Ну ладно. Да, видите, вот, то есть у него игра от оружия идет. У него атака постепенно увеличивается. То есть... На нахуй сразу в лицо. То есть пригодится. Вот тут кислотный слизнюк пригодится. Так. Вот видите, сразу мечник, да, 2-2, и он будет сейчас постепенно усиливать, усиливать. Давай тогда так. Мы должны очистить. Так. Мне бы еще оружие ему разлобать, но вот кислотный слизнюк, я не знаю, когда я его вообще топ-декну. Не топ-декну. Блять. ГГ. Видите, он топ-декнул. Даже у бота топ-деки. Лунасвет не падет. Давайте пока... Пока в лицо. Стол я все равно захватить не усп... ну, не смогу. Без кислотного слизняка. Бля, пидорас, ебать, у него топ-деки нахуй. Охуеть. Охуеть. Блин, я хочу за Штормград играть. Нечестно. Я чувствую острое желание. Помни, Кель, Талас! В наступлении. Да. Чисто спамит вот этими вот мечниками. Кстати, мечник нет уже такой карты, да, на самом деле, мне кажется.
Так. Ну тут провокацию, наверное, по-любому поставить придется. Наверное, так. Давай начнем. Так. Ну, хоть до 30, хоть прошлый рекорд успею побить. Рекорд, я имею в виду, прошлой игры хоть успею побить. Хотя не, конечно, 30-ки я ему уже и не надамажу, конечно. Так, 12. А, ну все, он меня убивает сейчас. Ну один хер я карту. А. Ну ладно. 8. 13. Ну да, он меня тут по-любому убивает уже. Ну да, у него карты, конечно, очень сильные, то есть очень сильно вот эта вот прибавка идет от оружия Штормграда. Ну вот, выиграл дейлик. Заебись, тут на халяву можно дейлики делать. Ладно, вот как-то так, я думаю, хватит, то есть тут, ну, такое, такое себе. А, еще надо пак открыть. Конечно, комплект открыть. Пожалуйста, мне 5 легендарок. Ух ты! Мастер ковки клинков, хорошая карта. За жреца я не играю. За воина, по сути, не играю. Так. Ну, такое себе тоже. Ну ладно, хотя бы так.